Ура, друзья! Привет! Посмотрите! Регата у нас сегодня. Регата, посмотрите! Это регата вокруг острова. Но вот я ее только в райде могу вам показать. Потому что я только что пришла на пляж. А тут, оказывается, вот видите, регата. Вот если вам видно... Вот на всем протяжении эти парусники. Я, к сожалению, даже не вижу, честно говоря. Очень яркое солнце опять. Не вижу экрана камеры. Ну вот, посмотрите, если я все-таки правильно вам показываю. Вот на всем протяжении. И вот туда дальше. Это все идут вот такие красивые парусники. Вот такая регата. Только-только пошел у нас прилив. И вот они сюда пришли к нам, эти парусники. Очень красивые. Правда, их немного, конечно. Видите? Не очень много. Сейчас поближе попробую вам показать, друзья. Ну вот, друзья, подошла поближе. Я же говорю, вода очень мелкая, они идут ближе к тому берегу, к мейнленду, к Портсмусу. Эти все парусники, потому что здесь очень мелко. Вон, видите, даже там люди стоят по колено воробью, а дальше парусники эти. Ну вот, смотрите, как красиво. Если, конечно, видите вы вот этот вот прекрасный вид, великолепный. Все парусники разноцветные. Ну, преобладает белые, конечно. Но и другие есть. И вот они на всем протяжении. Вот видите? Вот туда дальше. Вот они. И вот там вот они только еще приближаются. Вообще, конечно, если бы я не была занята сегодня... Это уже у нас сейчас 3 часа, а они стартанули с утра, и они стартанули оттуда, с южного мыса. А здесь-то у нас северный все-таки вот этот пролив, это север острова. Поэтому вот они уже с утра, вот до 3 часов, вот они доплыли до сюда, до райда. Вот, и всего лишь только маленький кусочек. И я вам успела показать. Сейчас попробую еще поближе подойти. Хотелось бы, чтобы вы увидели все-таки эту красоту, друзья, которую я вам обещала долго. А ну вот, друзья, я поближе подошла. Вы знаете, что-то так тяжело идти по воде. По колено здесь воды. Вот, я же говорю, прилив. Вот устала. И бегу. И в воде по колено трудно бежать, вы знаете. Вот хотела все-таки поближе вам показать эту прелесть. Ну вот, думаю, что все-таки вы увидите. Но они в основном уже вот туда уходят. Они плывут в ту сторону, влево. Вот куда я вам показываю. И вот они там скрываются за углом. А вот, это они туда плывут в Каус. Это дальше они туда плывут в Ярмос. И дальше они плывут, наверное, Нидлс. Самая западная точка нашего острова. Вот, а здесь райд у нас, конечно, это северо-восток острова. Ну вот, подошли сюда. Я все стараюсь ближе подойти. Слышите, как... Я стараюсь тут, превозмогая эту воду. Боже, как трудно идти. Особенно, когда спешишь. Ну вот, немножко обидно, друзья, что если эта регата вокруг нашего острова, о которой я вам говорила очень долго, то очень жаль, что я ее пропустила вот со своей занятостью сейчас. Видите, я даже и не обратила внимания. Я знаю, что она должна была быть в июне. Вот, и я перестала следить. В июне не было никаких объявлений, что у нас будет эта регата.
Вот, ну, как я вам рассказывала раньше, эти яхты все регистрируются заранее, кто хочет принимать участие. И обычно знают уже организаторы вот этой регаты, сколько будет яхт. Все это пишут. Вот. И люди, уже зная заранее, с 8 часов начинают занимать такие места. Места в партере, ехать туда, на юг острова, где-то наверху. Вот помните, я вам показывала и глифты эти все. Вот оттуда вид, конечно, грандиозный. Ну вот я смотрю, вот там вот тоже, ведь видите, еще одна партия большая приближается, этих парусников. Но я так понимаю, что их все-таки, наверное, в этом году не 1500. Наверное, все-таки поменьше. Обычно их до 1500, иногда больше. Регистрируется, и вот люди с удовольствием принимают участие, все, у которых есть яхты, вот на эту регату. Потому что, сами понимаете, зрелище великолепное. И они, англичане, так как они морские жители, это марина у них постоянная. И вот они, все это очень приветствуется, все это они любят. Вот такие вот праздники, это не только те, кто смотрит, но и те, кто участвует тоже. Это же просто грандиозно, понимаете. Вот сегодня у нас суббота, 7 июля, 3 часа с чем-то. Не знаю с чем, потому что, когда я побежала вам это все показывать, то было где-то 3:15. Вот, а так как я шла далеко, сейчас развернусь и покажу вам, как далеко все-таки от берега. И я зашла очень далеко. Я уже сейчас вот по пояс в воде, я могу еще продвинуться туда подальше, чтобы вам это все показать, друзья. Вот сейчас смотрите, панорамку вам покажу. Вот видите, вот это вот наш центр райда, а вот это вот тот пляж. Вот. Apple Tower, если вы видите, по которой можно ориентироваться. Тоже, наверное, уже ее знаете. Это как раз вот от этой Apple Tower, от этой башни. Вот я и пришла. Вот бежала по вот этой воде. Вот не знаю, можно ли здесь по камере, как говорится, определиться, насколько это далеко. Ну, мне кажется, где-то 500 метров, а то и больше. Вот так вот. Вот такая панорамка. И вот я сейчас стою практически посредине острова Соланд. Ой, посмотрите, сколько их еще идет, этих лодок. Сейчас попробую зайти как можно глубже, чтобы вам как можно ближе эту всю красоту показать. Пока я буду заходить, они, наверное, как раз и подплывут. И вот, мы с вами посмотрим. А там вот, видите, шумит, гудит вдалеке, плывет быстро. Это Хайеркрафт. Судно на воздушной подушке, которое как раз вот перевозит через канал пассажиров. Очень быстро ходит. Вот из райда в Портсмос. Вот она сейчас уже туда почти практически к Портсмосу подошла. Портсмос — это вот Спиника Тауэр, такая яркая, такая белая торчит, видите? Миллениум Тауэр или Спиника Тауэр, как они ее называют. Это башня, которая была построена в 2000 году в честь вот тысячелетия очередного. Поэтому миллениум — это тысячелетие, как вы знаете, вот так называется. И вот он туда, вон он, видите, уже и приплыл. Если видно вам далеко, хотелось бы, чтобы вы увидели. Вот всего 10 минут на этом Хайеркрафте. И платите 15 фунтов, все удовольствие. И, пожалуйста, вам через 10-15 минут вы уже там на мейнленде. Вот, ну а мы с вами продолжаем наблюдать регату эту замечательную, видите. И самолеты тут летают у нас. Привет, мальчишу. Плывут пароходы, салют, мальчишу. Слушайте, я глубоко зашла уже. И вот они, по-моему, спасатели едут прямо ко мне. Мне уже не привыкать. Сейчас опять меня арестуют, наверное, скажут, что я глубоко зашла и нельзя. Понимаете? А я, друзья, все для вас стараюсь. Вот я уже такой подсевший блогер на свой канал. И моя жизнь зависит от вас. Слушайте, ну это что-то как-то... Неужели правда ко мне? Боже, нет. Не ко мне, не надо, пожалуйста. Пожалуйста, не надо, друзья.
Они, наверное, просто мимо, господи. Хорошо бы, если б мимо, конечно. Чего вот он тут наблюдает и что он хочет? Спасатель? Да, right rescue. Ихилю. Я думала, будут меня ловить и штрафовать. Вот риски. Риски — это спасатели. Вот они такие. Боже, как я испугалась. Я думала, они меня хотят сейчас отсюда попросить. Ну и смех, и грех. Вот вы видели, когда они ехали, я снимала. Это же точно они. Такое впечатление, что они ехали прямо на меня. Вы знаете, я аж испугалась. И видите, как я далеко зашла? Вы же видите, вот это... Я практически стою, у меня уже выше груди вода. Наверное, буду заходить по горло, чтобы вам снять все поближе. Потому что, вон, смотрите, посмотрите только, это вот приближается еще целая огромная, как сказать, когорта или огромный караван вот этих вот новых еще парусников. И я сейчас пройду еще глубже, боже. Только бы не захлестнуло меня, потому что вода все прибывает. Вот, я подумала, что уже так далеко ходить запрещено. И сейчас меня опять арестуют. Но нет, вроде бы обошлось, друзья. Вот видно вам, нет? Как я уже глубоко зашла. У меня вода уже плещется почти у самого лица, друзья. Я не знаю, не думаю, что я смогу, наверное, глубже зайти, потому что я боюсь. Ой, беда. Как жалко. Вот я говорю, если бы сейчас... Ой, сейчас меня захлестнет, тоже. Вот если бы сейчас было бы это только начало, если бы я хотя бы в 12 часов об этом узнала, друзья, я бы, вы знаете, что, конечно, бы я сейчас села на машину и помчалась бы туда, вот Сан-Кэтрин, маяк Святой Екатерины. На самом-самом юге нашего острова, о котором я говорила. Ой, там такой мыс высокий, и мы бы с вами, конечно, посмотрели. Но уже поздно, друзья, пить боржом, как говорится, буду показывать то, что есть. Вот смотрите, сколько приближается сейчас. Я уже, конечно, глубже я не буду заходить рисковать. Думаю, что мы с вами все-таки увидим. Сейчас подожду их всех и вам сниму еще. Так, мои спасатели что-то опять... Ни я им покою не даю, ни они мне. Вы знаете. Ни я им, ни они мне. Чё, никого они. Ну вот вы знаете, вот эти вот лодки, конечно. Вот вы увидели теперь уже воочию. Может быть, и вертолетик увидим. Хотя не уверена. Уже, наверное, здесь не так страшно. Здесь мелко. Ну вот вы увидели, какие спасательные вот такие вот rescue лодки. Вот, это маленькая. Там три огромных мужчины, видели? Вот эти спасатели. Вот они обязательно все это сопровождают. Вот всю эту огромную колонну. Ой, друзья, как жалко, что я не узнала этого раньше. Боже. Посмотрите, сколько их много там еще на горизонте. Это вот они приближаются только еще, друзья. И вы знаете, плывут они, конечно, очень медленно, скажу я вам. А я стою вот в воде. Вода прибывает. Сейчас, наверное, если так дальше пойдет, я уже иду им навстречу, чтобы вам показать поближе. Ой, беда. Но они очень... Я не знаю вообще, как они идут под парусом, потому что ветерок совсем-совсем слабый. Просто такой, знаете, слабенький-слабенький бриз. Вот. Но если учесть, вот, что я вам вот показывала уже вот эти, по-моему, вот тут черный с красным парусник, видите? Вот он, по-моему, уже... Он как тут стоял, так он и стоит, и желтый рядом с ним. Что-то мне кажется, что они... Такое ощущение, что они вообще едва-едва плывут. Какая у них скорость, я не знаю. Ой, смотрите, какие там живописные парусники. Вон они, белые, розовые. Ой, как я хочу, чтобы вы увидели, друзья. Поближе не получится. Я уже говорю, что я и так уже зашла глубоко очень. И я, знаете, что еще подумала? Ну, в связи с тем, что я вам обещала показать эту регату, и я так ее позорно проворонила, я чувствую себя ответственной за вас, за всех. Если я обещала, да? Ну, вот, поэтому я иду на такие жертвы. Вы бы видели, как я бежала.
Когда я увидела эти парусники, я-то лежала, в общем, загорала на пляже. Вот. И когда я увидела эти парусники, я побежала с камерой скорей поглубже сюда, чтобы поближе посмотреть, уже прилив пошел. И обычно я так долго в воду захожу, вы знаете, с писками, с визгами, да еще на солнце переохладишься. Ой, то есть наоборот, пережаришься. И потом в прохладную воду заходить для меня это мука. А тут я, представляете, на таком порыве, чтобы успеть вам показать, я помчалась в эту воду. Я даже не заметила, как я зашла практически в легкую зашла по грудь. Вот что значит, знаете, что как, когда есть какой-то стимул и стремление, да? Ну, я вот вам все-таки показываю вот этот живописный вот такой вот вид на приближающиеся парусники. Потому что, ой, наверное, ждать мне еще и ждать, когда они сюда придут. Впечатление, я же говорю, что они вообще не колышутся. Вот они замерли, очень медленно, очень движутся. Вот уже наш Хайеркрафт, он, по-моему, дважды туда и обратно проехал. А еще, конечно, жаль, знаете, что вот эту, конечно, всю эту регату и всю эту красоту, вот издалека, может быть, конечно, вам и видно, но вы не можете увидеть вот именно, сколько их там много, этих на горизонте парусов, огромное количество. И что они плывут вот так цепочкой, они же, в общем-то, получается, вокруг вот всего-всего нашего острова, они идут медленно, они же не сразу, а вот они вот так вот по цепочке идут, как машины друг за дружкой. И вот они вот так вот, если сверху на вертолете, допустим, да, то вы увидите вот такой вот красивый караван вот этих вот судов, и вот он вот так вот опоясывает сейчас весь наш остров. Это красота неописуемая. Но с вертолета, конечно, я никогда вам не обещала съемку. А вот с самого высокого клифта нашего, вот, который показывала я вам, ой, несколько назад времени, высоченный, с обрывами там, возле, недалеко от Шанклина. И вот как раз бы оттуда вид этот, ой, был бы грандиозный, друзья. Там бы можно было с камерой, наверное, сидеть целый час, чтобы вам вот это все показывать. А здесь вот, к сожалению, это самая низкая точка нашего острова Райт. Он и затопляется больше, и он потому и имеет здесь пляжи огромное количество, что вот очень мелкий. Именно здесь вот пролив Соланд, он очень мелкий. И, в общем, конечно, отсюда вот, как бы я глубоко не зашла, но, конечно, вид вот только такой вот параллельный. А вот если бы сверху посмотреть, ну, уже что имеем, то имеем, друзья. Вот так. Так, ну что, друзья, вот смотрите. Я шла навстречу вот этим вот приближающимся парусникам. Я поставила камеру на паузу 20 минут. Я шла навстречу, 20 минут они плыли мне навстречу. И вы знаете что? Вот я сейчас посмотрела. Они, по-моему, не приблизились. Абсолютно. И, в общем, уже мне, конечно, стоять по горло здесь в воде. А тем более еще идти. Я-то, в общем-то, не боюсь, конечно, потому что, как вы видели, здесь такая красота, когда вода уходит, все оголяется, и видно, какой здесь просто чистый песок везде. И ходить абсолютно не страшно. Но если учесть, что я, вот видите, как уже далеко и глубоко. Больше, кроме меня, таких глупцов нет, чтобы забрести вот по горло в воде и стоять ждать, когда приплывут эти парусники. В общем, друзья, вот так. Я вам, к сожалению, смогла показать только то, что смогла. Вот, значит, я думаю, что все равно вы какое-то представление имеете, как это все выглядит. Лучше, конечно, иметь шикарную камеру с шикарным разрешением и в другом месте это все снимать сверху. Но вы знаете, что я вам скажу? Вот если вы мне не поставите лайки за то, что я тут столько провела времени в воде, чтобы вам это все показать, ой, и сколько я бежала, и все это, в общем-то, только ради вас, друзья. Вот если вы мне не поставите все лайки, я просто обижусь. А еще знаете что? Чтобы продвинуть канал свой, и чтобы как-то нам все-таки какую-то лучшую съемочку делать, я имею в виду мне, нужно, значит, чтобы вы смотрели рекламу.
Нужно, чтобы вы смотрели рекламу на моем канале. Пожалуйста, не нажимайте кнопку «Пропустить рекламу», когда вы смотрите мой видеоролик. А, пожалуйста, досмотрите рекламу до конца. У меня какие-то центы немножко обсыпятся. Чем больше вас будет, чем больше будете смотреть мою рекламу до конца, тем больше каких-то монеток я смогу заработать на своем канале. Потому что не миллион у меня подписчиков, понимаете? И вот если и вы еще будете пропускать рекламу, то, конечно, ничего тут, никакого продвижения не получится. Ну, это я так, друзья. Вообще, мне самой доставляет наслаждение вот снимать для вас видео. Вы уже все мне стали близкими и родными. Я вас всех люблю. Вот, я всем вам желаю приятного отдыха. Увидимся. А вот такая вот регата у нас сегодня, друзья. Вот все, что смогла. Все, пока-пока. Целую всех вас.